36-летняя Любовь Успенская переживает сложные времена. Королева шансона из-за 30-летней дочери оказалась в центре скандала. Татьяна Плаксина обвинила мать в домашнем насилии. После участия в ток-шоу девушка все же извинилась перед певицей, а потом уехала в Америку к отцу. Любовь Залмановна не торопится прощать дочь. Она предпочла преподать девушке урок, который должен пойти ей во благо. «Отношения у нас сейчас никакие, все контакты с дочерью я полностью обрубила. И надеюсь, это поможет. Потому что если продолжу как ни в чем не бывало с ней общаться, это даст Тане надежду, что она может продолжать делать все, что хочет. Первые плоды уже вижу», — поделилась артистка со стар-хитом. Успенская подчеркнула, что негативное влияние на психику Татьяны оказало ее падение с велосипеда. Тогда Плаксина сломала челюсть и потеряла зубы. В итоге у нее началась депрессия. Звездная мать потратила несколько миллионов на необходимые операции по восстановлению наследницы. Недавно Любовь Успенская в мини восхитила мужчин. Певица позировала в соблазнительном образе. Звезда отказалась от денег за участие в ТВ-шоу Ксении Собчак.